Новости на государственном телеканале «Западная Армения». Здравствуйте. Сегодня в эфире первое выступление Армена Кабравмяна на собрании коренных народов по вопросу коренного армянского языка. Первое выступление Лидии Маркусян на собрании коренных народов, посвященной памяти Лазаро Пари. Второе выступление Лидии Маркусян на собрании коренных народов, посвященной арцахскому коренному армянству. Предвыборная кампания кандидатов в депутаты Национального собрания Западной Армении. Сыны Западной Армении Эрик Абрамян. Вопросы армян Западной Армении. Предвыборная кампания Сюзанна Вартанян. В воскресенье 16 июля 2023 года во время сессии ООН в Женеве, посвященной экспертному механизму коренных народов, являющейся межправительственной, в качестве вступления председатель Национального собрания Западной Армении господин Абрамян и госпожа Лидия Маркусян выступили с заявлением, которое является частью повестки дня. Обсуждались различные вопросы, такие как влияние милитаризации на права коренных народов, глобальный план действий по расширению участия коренных народов в ООН. Касательно языков коренных народов, господин Армен Акабрамян отметил следующее. «Я хотел бы лучше понять, как работают языки коренных народов, наш язык западно-армянский. Таким образом, мы хотели бы представить наш язык и объяснить государствам-членам и коренным народам, как он работает. Мы перевели декларацию о правах коренных народов на западно-армянский язык. Можем ли мы представить его экспертам, чтобы получить ответы на волнующие нас вопросы?» 16 июля 2023 года в Женеве во время встречи группы коренных народов перед предстоящей сессией экспертного механизма ООН по коренным народам министр иностранных дел Лидия Маркусян выступила с речью, посвященной памяти исторической личности в сфере защиты прав человека. Министр иностранных дел Республики Западная Армения Лидия Маркусян отметила: «Я хотела бы отдать дань уважения исторической личности коренных народов, который, стоя у истоков разработки Декларации прав коренных народов ООН, недавно покинул этот мир». Речь идет о представителе народа кечуа Лазаро Пари, который как-то сказал: «Если человечество не спасет коренные народы, оно не спасет и себя». Аналогичное видение возможностей сотрудничества он имел и с другими коренными народами. Ему удалось довести свое видение до статуса ЭКОСОС, экономический и социальный совет ООН для защиты своих прав. Именно с этой точки зрения, особенно если мы движемся в направлении самоопределения, где любой наш статус является статусом государственного управления, которое мы осуществили для коренных народов, мы, несомненно, будем услышаны в Совете по правам человека и Генеральной Ассамблее. На собрании коренных народов, состоявшегося 16 июля 2023 года в Женеве, в предисловии к сессии экспертного механизма коренных народов ООН, министр иностранных дел Республики Западная Армения госпожа Лидия Маркусян также говорила о влиянии милитаризации на правах коренных народов. Госпожа Маркусян подчеркнула, растущая милитаризация Турции и Баку, блокада коренного населения Арцаха представляет серьезную угрозу для 120 тысяч жителей данной территории. Госпожа Маркусян отметила: «Арцах – неотъемлемая часть той Армении, которая была признана в 1920 году государством, преемником которой является Западная Армения». Избирательная комиссия Национального собрания Западной Армении приглашает принять участие на 20-м заседании ЗУМ в рамках предвыборной кампании предстоящих выборов декабря 2023 года. Встреча состоится 20 июля 2023 года в 20:00 по французскому времени, в 22:00 по ливанскому времени. Обсуждения пройдут на армянском и французском языке. Тема встречи – ООН, коренные народы и Западная Армения. Присоединяйтесь к встрече на платформе ЗУМ по указанной ссылке. Сын Западной Армении Эрик Абрамян. Абрамян Эрик Самвелович родился 24 сентября 1961 года в Гадруте. С 1979 по 1981 год служил в рядах Советской Армии. С 1989 по 1994 год участвовал в оборонительных и освободительных боях в Гадрутском, Физулинском и других районах. С 1989 по 1992 год командир отряда самообороны Гадрута. В 1993 году начальник оперативной службы. Погиб в селе Сеид Ахмедли района Варанда. Награжден орденом Боевой крест первой степени посмертно. Похоронен в городе Гадрут Арцаха. Вопросы армян Западной Армении.
Первые упоминания о червях, дающие чудо-краситель, относятся еще ко временам Мухсеса Хуранаци и Газара Парпеци. Средневековые историки в своих работах дали описание Вортант Кармир. Газар Парпеци описывает свои истории так. И любящий тростник не напрасно питает самое тоскующее поле Арарата, но, подобно рожденному сыну, во имя красно-видимых красно-голубых цветов приносит пользу моим благам и богатству. Не зря питается травами тростниковых растений самого богатого поля Арарата, но и рождая червей в виде красного орнамента, дарит пользу и роскошь пользователям. Помимо армянских авторов, также сохранили свидетельства иностранных историков. Арабские историки писали о Вортант Кармир так. У армян есть очень странное насекомое, которое не встречается нигде, кроме Армении. Это красное насекомое Вортант Кармир, которое живет в почве, появляется рано утром, лишь 10 дней в году. В течение этого времени нужно успеть их собрать. Римские историки также сообщают. В 275 году персидский шах посылает императору Аралиану в качестве дара пурпурное платье, живописный цвет которого удивляет императора. Он непременно хочет узнать его родину. Императору сообщают, что подобное бывает исключительно в Армении. Зачастую в далеких странах вместо слова «Айоц-Ашхар» – «армянский мир» употребляли выражение «страна Вортант Кармир». Производство Вортант Кармир было монополией армянских королей. В городе Арташат были специальные красильники, которых называли царскими. Арабы называли город Арташат городом Вортант Кармир. Предвыборная кампания Сюзанна Вартанян. Сюзанна Вартанян родилась в городе Арарат Араратской области, родом из села Халила Западной Армении. Окончила основную школу номер 2 имени Паруйра Севака. По образованию юрист. Сейчас живет в селе Артабуйк Вайотзорского Марса. Работает в Вайотзорском областном государственном колледже, преподает юриспруденцию. Старший сын Сюзанны Вартанян – герой 44-дневной войны Нурай Согманян. Видеосюжет о Сюзанне Вартанян доступен на нашем YouTube-канале Western Armenia TV. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Հայոցարեր շողեմանը դաշտերը գանաչ մանյակ, Հայոցարեր շողեմանը դաշտերը գանաչ մանյակ, Վերջի կարունգներ լայգան լավլուր պենին մար համար, Վերջի կարունգներ լայգան լավլուր պենին մար համար, Սասնոցարեր մադաց ծորեր գարիվ գենին անվեր, Սասնոցարեր մադաց ծորեր գարիվ գենին անվեր, Մախմուտոյի զենքներ գոդրե բզդիկ վահան լան գիլեր։ Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра.